Перейдем теперь к формуле включения и исключений. Давайте посмотрим сперва на примере двух множеств. Хотим посчитать, сколько у нас элементов лежит в этих двух множествах, в их объединении. То есть пересечение мы учитываем один раз. Тогда это у нас А объединить с Б. Записывается так, объединение. Палочки мы ставим типа модуль. Это чтобы подчеркнуть, что мы рассматриваем именно количество элементов в этом множестве. Ну, называется мощность А объединить с Б, количество элементов в множестве А объединить с Б. Давайте для начала просто сложим количество элементов А и количество элементов Б. Тогда мы, получается, учли вот это вот. И потом учли еще вот это вот. Получается, их пересечение мы учли два раза. Но должны были учесть только один раз. Поэтому нужно его еще вычесть один раз. Вычитаем А пересечь с Б. Вот такую формулку мы получаем для трех множеств. Окей. Давайте решим задачку. Сколько чисел от 1 до 30 делится или на 2, или на 3. Запишем так, пусть у нас А2 количество чисел, которое делится на 2, а А3, которое делится на 3. Тогда мы должны сперва посчитать, сколько у нас чисел делится на 2. Но это 30 делить на 2, 15. Сколько чисел делится на 3? Каждое третье, 30 делить на 3, 10. И должны вычесть числа, которые делятся и на 2, и на 3. Почему? Потому что здесь мы такие уже учли, они делились на 2. Они же делились на 3, значит учтены и здесь. Значит учтены дважды. Значит нужно один раз вычесть, чтобы были учтены один раз. Получается, они, если делятся и на 2, и на 3, это какие числа? Это числа, которые делятся на 6. Значит таких чисел у нас всего 30 делить на 6, 5. Значит ответ в данной задачке у нас будет 20. Теперь посмотрим на примере трех множеств. Хотим найти объединение А, Б и С. Давайте сперва также просто сложим количество элементов А, количество элементов Б и количество элементов С. Это мы сперва посчитаем вот так вот, потом посчитаем еще вот это вот множество. Ну и посчитаем еще нижнее. Так, теперь смотрим, что мы посчитали дважды. Вот этот лепесток у нас посчитан, когда мы считали красное и синее множество, то есть два раза. Этот лепесток, когда красное и желтое, то есть тоже два раза. Ну и этот лепесток тоже посчитан дважды. Значит, нам нужно вычесть каждое попарное произведение. Мы должны вычесть пересечение А и Б. Должны вычесть пересечение А и С. И должны вычесть пересечение B и C. Тогда давайте еще посмотрим теперь на центральную часть пересечения всех трех множеств. Мы его посчитали сперва три раза, когда сложили A, B и C. Потому что он был во всех трех множествах. Потом мы вычли, когда лепесток этот, второй и третий, получается мы его вычли трижды. Следовательно, на данный момент он у нас учтен 0 раз. Значит, мы должны прибавить еще пересечение всех трех множеств. И теперь у нас действительно все учтено по одному разу. Давайте применим тоже это к задачке. Сколько чисел от 1 до 30 делится или на 2, или на 3, или на 5. Также обозначим, пусть это числа, которые делятся на 2, это на 3, это на 5. Ну и смотрим. Сперва мы посчитаем, сколько у нас чисел делится на 2 отдельно. Это мы знаем их 15. На 3 мы знаем уже, что их 10.
на 5, это 30 делить на 5, 6. Теперь вычитаем числа, которые делятся и на 2, и на 3. Это делится на 6, их 5. Потом на 2 и на 5. Это значит делится на 10, 30 делить на 10, их 3. На 3 и на 5 это делится на 15, и таких 2, 15, 30. И прибавляем числа, которые делятся на 2, и на 3, и на 5. Наименьшее общекратное чисел 2, 3, 5 это 30. Значит, у нас единственное число, которое делится на 30, будет само 30. Значит, оно одно. Складываем. Здесь у нас что получится? Здесь получится 20 плюс 26, 23, 21, 22. Получаем итоговый ответ в этой задачке 22. Давайте теперь в общем случае посмотрим, когда у нас n множеств. Такая довольно страшная формулка. Для n равное 3 мы с вами уже знаем. Давайте распишем, что у нас здесь получилось для n равное 3. Здесь у нас тогда будет вот так вот. Будет сумма от 1 до n, то есть до 3. Минус 1 в степени k минус 1. И будет сумма. И первое минус и второе меньше, чем и третье. Пересечение а и т. Первое пересечь с а и т. Второе пересечь с а и т к т. Ну, то есть мы смотрим именно на последнее. А, здесь, конечно, неправильно так писать. Нужно сделать, да, промежуток. До икатова. То есть у нас здесь всегда будет либо и первое, либо и первое, и второе, либо и первое, и второе, и третье расположены. Окей, давайте расписывать эту формулку. К у нас сперва равно 1, тогда минус 1 на степени 0. Тогда здесь получается сумма просто и первое, следовательно, пересечение и первого, и больше ничего. То есть у нас будет а первое плюс в сумме а второе плюс а третье. При плюс теперь k у нас равно 2. Это получается минус 1 в степени 1. Здесь у нас получается и 1, и 2. Значит, мы с вами получаем такую вещь. А первое пересечь со второе плюс а первое пересечь со третье плюс а второе пересечь со третье. Ну, действительно, у нас и первое меньше, чем и второе, и первое меньше, чем и второе, и первое меньше, чем и второе. 1, 2, 1, 3, 2, 3. При этом k равно у нас 2, поэтому в пересечении может быть только 2 множества. Если мы раскроем, мы как раз получим, что у нас вычитаются попарные пересечения. И плюс, теперь у нас k равно 3, минус 1 в квадрате, то есть у нас с знаком плюсом будет браться. И сумма будет одна такая у нас, потому что у нас только 3 множества всего. Ну, мы с вами получили как раз то, о чем мы говорили. Ну и теперь, если у нас расписать это в общем случае, это у нас будет просто сперва а первое плюс а второе плюс плюс а нт. То есть сами множество складываем. Далее мы должны будем вычесть их пересечение. Далее мы должны будем прибавить их пересечение по 3 множества. Далее мы должны будем вычесть их пересечение по 4 множества. Ну и так далее. Получается вот такая вот формула, если ее компактно записать. Выглядит страшно, но на деле понятно, как ей пользоваться. Давайте теперь поговорим, почему вообще мы говорим здесь о функции Эйлера. Ну, это функция, равная количеству натуральных чисел, меньших n и взаимно простых с ним. Обозначается вот так вот, φ от n. Ну, давайте на примере 10 посмотрим. Распишем числа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
меньших n взаимопростых с ним. Ну, n, ладно, это мы сразу можем убрать. Единица, она взаимопроста со всеми. Двойка, она не взаимопроста с десяткой. Тройка взаимопроста. Четверка нет, они делятся на два оба. Пятерка нет, понятно. Шестерка нет, потому что на два делится. Семерка взаимопроста. Восьмерка нет. И девятка взаимопроста. Получаем, что у нас фи от 10 равняется 4. Окей. Давайте посмотрим фи от p. Где у нас p будет простое? Фи от p. Тогда у нас все числа от 1 до p-1 взаимопростые с ним. Значит, у нас фи от p равняется p-1. Давайте посмотрим, что будет, если мы возьмем p квадрат. Всего у нас чисел будет от 1 до p квадрат. Какие числа у нас делятся на p? На p у нас делятся числа p, 2p. Ну, p квадрат просто имеет один простой множитель, это p. 2p, 3p, 4p и так далее. p минус 1, p, ну и само p квадрат. То есть таких чисел у нас p штук, которые делятся на p. Но нам нужно посчитать те, которые не делятся на p. Значит, у нас отсюда будет следовать, что мы должны просто из всех чисел вычесть количество тех, которые делятся на p. Тогда мы получим те, которые не делятся на p количество. То есть фи от p квадрат у нас равняется p квадрат минус p. И вот теперь давайте посчитаем p1, p2. P1, p2 это простые, то есть взаимопростые между собой. Сколько у нас чисел, которые делятся на p1? У нас числа вообще все от 1 до p1, p2. Сколько чисел делится на p1? Ну, на p1 делится само число p1, 2p1, 3p1. Это мы считаем делящихся на p1. И так далее. p2 минус p1, p2 минус 1 умножить на p1 и p2, p1. То есть таких чисел у нас p2 штук. Теперь посчитаем, сколько делится на p2. Ну, тут аналогично p2, 2p2 и так далее. p1 минус 1 на p2 и p1, p2. То есть таких чисел у нас p1 штук. Сколько чисел у нас делится на p1, p2? На p1 и на p2. Но это одно такое число p1, p2. То есть, вообще говоря, мы должны... сколько у нас тогда чисел не взаимопростых с p1, p2? Не взаимопростых с p1, с p2 у нас таких чисел. Это те числа, которые делятся на p1, плюс те числа, которые делятся на p2. Ну и там мы учитываем те числа, которые делятся и на p1, и на p2. Значит, мы должны будем единичку вычесть. То есть у нас таких чисел, которые делятся на p1, мы посчитали p2 штук, плюс чисел, которые делятся на p2, p1 штук, и минус одно число, которое делится и на p1, и на p2. Это по формуле включения и исключения мы получили. Тогда фи от p1, p2 равняется p1, p2, количество всех чисел, минус количество невзаимно простых. А мы их посчитали. Минус p1, минус p2, плюс 1.